Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневное обновление. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. В Яранском районе на трассе Вятка сгорел двухэтажный пассажирский автобус. ЧП произошло на ходу, спасти транспорт не удалось, огонь уничтожил его полностью. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Пожар произошел в 4 утра у деревни Кожи. Автобус начал гореть на ходу. Водитель остановился, эвакуировал пассажиров и вызвал пожарных. Огонь тушили 16 человек и 7 единиц техники. В итоге автобус сгорел полностью. Сейчас по факту пожара проводится проверка, выясняется ущерб. В деревне Югрино в садоводческом товариществе вспыхнула частная баня. Дым заметил один из садоводов, он вызвал пожарных. Пока сотрудники МЧС ехали, соседи погорельцев взяли в руки ведра и поливали баню водой. В итоге строение серьезно пострадало, огонь ликвидировали сотрудники МЧС. Соседние постройки не пострадали. Как выяснилось, владелец бани включил в парилке свет и ушел. Далее, скорее всего, произошло короткое замыкание и баня загорелась. Тут вообще жарище, аж руки обжигают. В Коминтерне на улице Толбухина полностью сгорел деревянный нежилой дом. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 28 человек и 10 единиц техники. Полиция и волонтеры разыскивают 35-летнего Владимира Белкина. 12 августа мужчина уехал из дома в Вятскополянском районе на своей машине «Лада Калина» серебристого цвета и пропал. Его приметы: рост 178 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы русые. Если вы знаете, где находится Белкин, звоните по телефону 8 800 754 52 или 102. Михаил Вагин, место происшествия.